Я неоднозначно отношусь к законопроекту об упрощенном гражданстве. Нам очень важно следить за национально-религиозным составом в стране, для того, чтобы не возникали в будущем проблемы во взаимоотношениях. У нас сложился определенный этно-религиозный состав, и вот эту структуру необходимо максимально сохранять. Для этого, на мой взгляд, лучше было бы упрощать въезд со стороны, скажем так, христианских стран и тех стран, которые по культурным традициям близки к русскому народу и христианским народам у нас в России. И в то же время очень осторожно относиться к упрощению получения гражданства со стороны среднеазиатских представителей, там, закавказских и так далее. Это, я понимаю, что вопрос очень деликатный, но в любом случае мы должны в своей миграционной политике его учитывать для того, чтобы, видя примеры за рубежом, не создавать такие же примеры у нас в стране.